13 часов слушалось дело. Я думаю, что в ближайшее время, какой будет вердикт, я не знаю, но судьи вынесут свой вердикт. Во всяком случае, мы прошли весь путь, о котором мы говорили, и я по-прежнему остаюсь при своем мнении, что правота должна быть на нашей стороне. Чему так долго, 13 годин? Ну, рассматривались позиции всех сторон и доказательная база. Это прежде всего свидетели, это хорошо, но в этом плане должны работать юристы, доказывать правоту той или другой стороны. Поэтому мне странно только, что кто-то говорит о сепаратизме, но этот бред, знаете, когда на руках команда имеет 9 писем, предостерегающие, что ехать в Мариуполь нельзя. Я же не говорю о других командах, допустим. Киевскому «Динамо» было предостережение 9 писем правоохранительных органах. И ни одно письмо не было, которое говорило о том, что в Мариуполе играть безопасно. А я человек ответственный, я ориентируюсь прежде всего на официальные документы, а не на геройство некоторых людей, которые в автобусах хотят ехать, перед автобусом бегать. Поэтому мы ждем решения, какое оно будет, мы таким его и примем. Ви з ними там побачилися, з цими людьми, хто її ображав там і говорив багато. Нормальне якесь спілкування було у вас з ними, чи це було таке, як дві ворогуючі сторони? Там не було ні, там абсолютно нормальна обстановка, і я бачив всіх, хто виступав проти нас, і президента Федерації футболу, генерального секретаря. Взагалі це нонсенс, коли Федерація футболу виступає проти свого клубу, який во всі національні збірні делегує молодіжні, національні збірні делегує. Делегирует огромное количество своих футболистов, готовит их. Они выступают против клуба, и когда им предлагают идти на какую-то мировую, они не хотят на нее идти. Ну, давайте дождемся мы окончания этого, как говорится, длительного сериала «Санта-Барбару» и расставим уже все на свои места. Как бы оно ни закончилось, у меня будет что сказать прессе. Коли будет решение? Я думаю, что несколько дней мы получим. Я думаю так, несколько дней мы получим решение. Почему? Потому что и мы просили прежде всего для того, чтобы сохранился формат чемпионата, и чтобы это решение было как можно скорее. И, насколько мне известно, Федерация футбола тоже не возражала. Останнє, ви сказали, що там голова федерації, генеральний секретар проти клуба, а вони говорять, ми в шоці, що проти нас виступає перший віце-президент і люди з виконкому виходять. Ви розумієте, в чому діло? Є порядочні люди, а є просто люди, які попали в футбол по случаю, мені кажеться, случайні люди. Прийшли в футбол і намагаються з футболу зробити політику. Ну, сьогодні це виходить. Ну, повірте мені, завтра це не вийде. Політики в футболі бути не повинно. В футболі має бути спорт, і все треба виясняти на футбольному полі. І ко всім клубам, прежде всего, ко всем абсолютно клубам относиться одинаково. Я что-то не слышу. Очень быстро было вынесено решение по Мариуполю. Я не слышу решение по Палкину, который сказал, что избить судью надо. Вот я его не вижу. А когда оно будет, это решение? Это профессионализм Федерации футбола, дисциплинарных органов? Мы слышим о том, как Мариуполь сыграл игру договорную, о которой мы 2 года слышим. Это как называется? Затягивают. Куда затягивают? А общественность хочет знать. Я лично хочу знать, что происходит сегодня в нашем футболе. Поэтому давайте я еще раз говорю. Мы дождемся решения Лозаннского суда. Какое бы оно ни было, мне есть что рассказать. Я очень много интересного расскажу.